Уважаемые подписчики, сейчас мы с вами вместе находимся в магазине «Светофор» в Антелево. И посмотрим, что нового, в отличие от коммунара, например, сюда приехала. Также, как и в том магазине, есть вот такой гель для душа «Фа» 500 мл, 100 рублей 80 копеек, производство «Россия». То есть «Фа» сейчас завозят абсолютно везде. Снова все-таки покажу вот эту маску «Фрукт Терапи» возрождающая 3 в 1, 450 мл от Белиты. Есть она только в этом светофоре для тусклых и окрашенных волос. Маска-бальзам, маска и несмываемый уход, тайский возрождающий рецепт. Антиперспирант «Прелесть Био» 65 рублей за 160 мл. 100% натуральный фитокомплекс. Бережно ухаживает за кожей с экстрактом алоэ вера. В этом магазине в наличии панно декоративное 34 на 34 сантиметра, 254,80. Никак это панно не могут привезти ни в коммунар, ни в шушары. Подскажите, в ваших светофорах есть ли это панно? Счастье есть, но разбирают его достаточно медленно. Санки надувные ватрушка 1 метр 974,40. И спасибо работникам этого магазина. Они здесь уже одни санки надули. Вот так они выглядят. Большие метровые санки. В прошлом году, мне кажется, поменьше были они. Все очень классно сделано. Хороший материал. Такой тканевый, приятный, кстати, на ощупь. Вот здесь они застегиваются. Длинная веревочка. С петелькой, кстати, вот для руки. Производит эти санки город Санкт-Петербург. Ткань Оксфорд, ПВХ, камера бутиловая и лента ременная. Изготовлена в августе этого года. Надута верно, вот как здесь показано. Если немножко сду не до конца, то она будет такой рыхлой. И ткань будет верхняя держаться непрочно. Подробная инструкция по сборке этих санок тоже есть. В этом магазине в наличии еще столик придиванный комфорт. 990 рублей 60 копеек его цена. Производство Россия, город Барнаул, проспект Космонавта. Подробная также инструкция по сборке есть. Материалы под столе, стол. Сталь с порошковым полимерным покрытием, столешница ЛДСП, части из пластика, полиэтилен. Работники магазина также собрали этот столик. Было много, кстати, отзывов на этот столик, и все в основном очень хорошие, хвалебные, можно сказать. Вот если бы этот столик был еще в цвете каком-то бежевом, я бы его себе взяла, очень удобный, классный. Хорошо пить кофе, например, на диванчике перед телевизором. Смотрите, комплекты постельного белья, которые я показывала вам в прошлый раз, потихонечку убавляются. Комплект постельного белья Duet 1811,90 Run Force. Раньше вот был заполнен вот этот весь ряд. Сейчас только два ряда осталось. Очень много расцветок разных. Так что приезжайте, смотрите. И еще еврокомплект стоит 1380,40. Очень много полотенчиков сейчас в наличии. 50 на 80 плотность, 380 грамм на метр квадратный, 75,20 их цена. Сыр-шарики со вкусом сыра чеддер 140 грамм, компания «Красный город» 29,90. Фунчоза. Снова приехала лапша бобовая крахмальная, 500 грамм, 112,80. Отзывы по этой фунчозе бывают очень разные. Кто-то пишет, что она слишком твердая. А вот эта лапша для лагмана, ее любят очень брать. Насколько я знаю, привозят совсем немного упаковок. Домашняя лапша. 500 грамм, 74,60. Очень вкусная. Знаю, что продавцы вот в шушарах откладывают эту лапшу себе, потому что она нравится действительно. Только в этом магазине вижу вот такое ассорти волжское. Огурцы, томаты, патиссоны. 1,8 литров, стеклянная банка под брендом «Скатерть самобранка». 193 рубля. Самые симпатичные здесь патиссоны. Кто попробовал, нам, пожалуйста, напишите. Джем Юлиана 520 грамм под брендом «Астраханка». Здесь в наличии абрикосовый джем. Привозят еще также апельсиновый и смородиновый такой джем. Вес 520 грамм. Производит Московская область, город Балашиха. Под брендом «Ботаника» обязательно возьму попробовать. Груша половинки в сиропе. 100% высокое качество. По составу груши половинки, сахар, вода.
регулятор кислотности, лимонная кислота. Больше здесь ничего нет, консервы фруктовые. Единственное, что меня смущает, это производитель. Производство груши Китай. А рядом стоит манго, дольки в сиропе. Кому-то манго показалось изрядно слишком много волокон, в общем, в нем. Мне так не кажется. Мне оно понравилось. Производство Вьетнам. И баночка здесь ключ. В этот магазин еще привезли вот такую приправу, очень классную, на мой взгляд. Это смесь бессолевых приправ, 200 грамм за 104,60. Почему она классная? Потому что здесь в составе, внимание, паприка красная, хлопья, лук сушеный, паприка зеленая, хлопья, лук порей, чеснок сушеный, морковь сушеная. Все. Здесь больше нет никаких дополнительных, скажем так, ингредиентов. И еще смесь болгарских перцев. Тоже 104,60. Здесь тоже прекрасный вообще состав. Я считаю, что надо брать. Потому что здесь по составу только паприка красная, хлопья. И паприка зеленая, хлопья. Все, тоже больше ничего нет. И смесь для маринования без соли. Тоже она мне очень нравится. 200 грамм, 104 рубля. Семена укропа, семена горчицы, корень хрена сушеный, перец черный, горошек, перец душистый, горошек, кориандр целый, зелень петрушки сушеная и можжевельник. Все, здесь тоже больше ничего нет. Очень классная. Даже в салаты добавлять. Ну и, конечно, моя любимая камис. Тоже в наличии, 31 рубль. Есть хмели, сунели, курица, гриль. А вот приправы к гуляшу еще нигде не видела. Вот, приправа к гуляшу есть, это новинка. Курица, гриль. Вот для картошки я только в одном магазине видела, в Шушарах. С свиному мясу и к рыбе. Завезли новые пельмени. Первый вариант, это пельмени сытные. От компании «Сибирская коллекция» бренд. 900 грамм здесь, категория «В». Щелковский МПК, 99,90 за 900 грамм. Но цена обычно таких пельменей за 900 грамм где-то идет по акции 199 рублей. Но категория «В» говорит сама за себя. Видимо, мяса здесь совсем немного. Состав: фарш, говядина, мясо цыплят, бройлеров, свинина, вода питьевая, лук репчатый, свежий, клетчатка растительная, молоко сухое, цельное, натуральные пряности, перец черный, чеснок, перец белый, тесто. То есть вроде бы все написано очень прилично. Второй вариант пельменей – это пельмени иркутские под брендом «Лошкарев». 900 грамм здесь, и стоимость тоже 99,90. Тоже категория В, кстати. Мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта, говядина, свинина, вода питьевая, лук репчатый свежий, соль пищевая, крахмал картофельный, клетчатка, соевая растительная, эмульгатор Е461. В общем, много всего. Вот этот состав, мне кажется, более правдоподобный, чем вот здесь. Здесь все слишком как-то прилично. И в наличии здесь вот эта смесь бондюэль. Овощи на гриле. Уже много раз ее показывала. Знаю, что есть любители этой смеси. 89,30 за 1 килограмм. Здесь сейчас в наличии крыло цыпленка. 1 килограмм 162,40. В одной упаковочке всего 900 грамм, маленькими пачечками расфасовали. А также в наличии еще грейпфруты. Здесь они уже их расфасовали по упаковкам. Вот здесь один, например, всего 842 грамма. Это два грейпфрутика на 67 рублей. Много в наличии майонеза Ряба Провансаль, 67% жирности, 410 грамм. Нижегородский, масло, жировой комбинат, 49,90. Кофейные растворимые 3 в 1 Edition Super Silver. 50 упаковочек здесь по 20 грамм, всего здесь 1 килограмм, 163 рубля, компания «Фаворит» производит. Всего здесь 50 пакетиков, длинненькие пакетики, видите, такие вытянутые. Но если закупаться, то лучше вот этим, чем покупать по одной упаковке на кассах магазинов. Будет, мне кажется, намного выгоднее вот здесь купить целую упаковку. И еще есть капучино «Маккофе де Торино» из этой же серии. 25,5 грамм, 20 штук, стоит 177,50. Капучино «Аристократ» 300 грамм, 120 рублей 60 копеек. Классический, амаретто и ванильный. Это тоже, вот если покупать не в отдельных упаковках, а целую пачку можно купить и отдельно насыпать. Мне кажется, по качеству это будет то же самое, что в отдельных упаковках. Кофе сублимированный Edition Gold. 450 грамм, 292,30, производство Россия, это Ленинградская область,
Город Мурино. В Мурино производится. Книги все еще в наличии. Вот эти скетчпады. Кстати, в индивидуальной упаковке здесь. 80 рублей 40 копеек. Много их. Как и в коммунаре. Игры, книжки все еще есть. Ой, смотрите, скетчбук какой красивый. 104,60. Постоянно новые какие-то дизайны, все время красивые очень. Вот еще один. В коммунаре с вами не наблюдали вот такие шоколадки. Шоколад пористый, Победа молочный. 65 грамм, 3 штучки, 195 грамм в спайке. Всего здесь 167 рублей стоит. Тоже молочный такой же. Изготовлен по традиционной российской рецептуре. Его не было в коммунаре, вот этого шоколада. А вот Яшкино завезли в коммунар. С орехом 90 грамм, 3 штучки, 86,80. Вот эту шоколадку я сегодня возьму, попробую все-таки. Молочный коммунарка, детские истории с молочной начинкой. Пенал 200 грамм, 90 рублей 50 копеек за одну упаковочку. Давно не было в ассортименте изделия кондитерские, мучные терлим, печенье сахарное. Изюминка 1 килограмм, 200 грамм, 118,70. Печенье затяжное Мария низкокалорийное. Пивкомбинат Балаковский, это Саратовская область, 70 рублей 60 копеек, 1 килограмм здесь. Ирис сливочная шоколадная начинка, 1 килограмм от компании «Радуга», 143,70. Кончик мюсли, клюква, вишни, мед 150 грамм, 6 штучек здесь, 41,60. В магазине «Фикс Прайс» эти батончики продаются россыпью, получается, что там по одному батончику они идут, и дорого получается на самом деле, дороже, чем здесь в Светофоре, выгоднее вот здесь купить. Из новых конфеток это «Жена самурая», 1 килограмм, 196,60, начинка типа пралине, мягкая карамель, глазированные, комбинированные с корпусами из мягкой карамели. Выглядит все это очень симпатично. Возможно, кого-то заинтересуют наборы вафельных конфет со вкусом сливок и кокоса Мадлен, 150 грамм, 59,70. А цена, компания «Фаворит» производит. Также много сейчас батончиков злаковых. Корнлайн, кокос, 5 штучек по 30 грамм, 40 рублей 80 копеек. Скажу, что в этом светофоре очень много трикотажа. Также приезжайте. Например, много еще синтепоновых жилеток. Взрослых 381,60. Жилеточки сделаны очень аккуратно. У них очень красивые подкладки. Подробненько их уже показывала. Вот, например, беленькая жилетка с красивой цветочной подкладкой. Вот розовая, например, ярко-розовая. Одна подписчица мне писала, что взяла такую жилетку для дачи. Ей она очень нравится. Хорошего качества, симпатичная и аккуратно сделана. Посмотрите, какая подкладка тут. Одна подкладка только чего стоит. Вот смотрите, например, пижама женская 365 рублей и пижама мужская за 365, тоже 40. 100% хлопок, размеры 46-56, футболка плюс брючки тут в наличии. Вот висит, например, женская пижамка, футболочка симпатичная, 100% хлопок и брючки. Почему бы не взять за 300 рублей? Ну супер цена, пока еще все это аккуратно выглядит. Резиночка, бантик. И хлопок достаточно приятный. А за ней висят женский вариант, брючки и зеленая футболка. Тоже приятная, кстати, на ощупь. Вот у мужской даже хлопок как-то более бархатистый, что ли. Сноубутсы детские, зимние. Вот такого варианта не видела в прошлый раз. И в коммунаре нет. 406 рублей. От 28 до 35 размера. Вот мы синие в тот раз смотрели. Вот такие. Ой. Вот еще какая симпатичная расцветка девчачья. И вот еще детские пижамки. Тоже их сложили, что самое приятное, отдельно в пакетике, что они были разбросаны. 150 рублей, по-моему, пижамка это стоит. 152 рубля. Тоже очень симпатичные, хорошенькие. На один сезон купить пижамку или в садик, например, за 150 рублей. Почему нет? Вот с пчелками варианты. Есть даже такой а-ля новогодний вариант с пингвиненком, красными яркими штаниками.